нельзя, чтобы вырастали вот такие уже пасынки. Здесь мы выбрасываем уже, по сути дела, урожай. Пасыночек нужно удалять, когда он сантиметр полтора. Вот это даже уже тоже большеватый пасыночек. Вот идеальное состояние пасынка для удаления. А с этим мы уже теряем урожай. Здесь мы видим, что уже сформировалась зависть. А когда зависть формируется, то растение на нее тратит очень много гормонов, которых всегда не хватает огурцу. Огурцу намного проще налить уже сформированную зависть, чем образовать новую. Поэтому это большие потери уважаем. Естественно, удаляются вот эти усы. Это тоже лишний расход веществ. Удалять их тоже нужно было уже, когда он маленький. Иногда на растениях возникают уродливые завязи. Целесообразно их убирать сразу. Вот, допустим, здесь мы видим явление фасциации, такой сросшийся. Вероятно, это результат экстремальных высоких температур. Лучше эту зависть удалить сразу, потому что это пойдет в нестандарт.